Всем привет! Сегодня мы решили сделать охоту на утку на полях. Утка вечером идет на эти поля. Сделали вчера разведку. Неплохо летела утка. Вот сегодня посмотрим, будет она сегодня здесь или нет. Вчера был здесь и гусь. Она идет уже как темнеет. Сейчас попробуем посидим. Нормально пойдет. Все, давай, я здесь. Да, и все идут вот отсюда. А, так идут? Да, да, так идут. А ты куда? И будут крутить. А ты куда пойдешь? А я пойду чуть-чуть обратно. Так, а сзади тебя. Ему там стоять или нет? Пусть он будет там. А. Нормальное место там. Если все. Там вода, город. Давай. Все, вот здесь. Ну, вот так, чтобы нормально было видно. Все, давай попробуем. Здесь ты городе. Кругом может там. Если вечерка будет, то она будет очень короткая, потому что темнеет быстро. То есть вот такие охоты тоже устраиваем на поле. Узнали, куда утка идет на кормежку. Они даже ночуют здесь в поле, вот на этих лужечках, и здесь ночуют. Только пошла бы, вечер такой тихий, должна пойти. Всегда интересно вот это время ожидания. Хоть к тетеревиной ток тоже ждешь, когда тетерева пойдут. Так, здесь вот утка, как она пойдет на поле сейчас вечером. Это очень интересно, такое ожидаемое. Лебедушки летают. Так, время у нас 25:07 уже. Может и в темноте пойти, потому что ясно сегодня, на мороз. Ночью будет заморозок, наверное. Первые такие заморозки идут. Вторая половина октября. 20 октября сегодня, да. Где-то гусик гогочет. Эх, вечер красивый, да. Жили в темноте пойдет вообще, а? Что за беда? Ага, первый вот он прошел. Первая уточка крутанулась. Ага. Селезень сел. Ну, мать, на тебя. Отметился. Это вот я далеко стою. Опа. Черки. Ага. Ага. Собака нужна. Ну, нашел. Ай-яй-яй. Да, в траве еще хуже искать. Ладно, потом с фонарем надо полазить. Вот река. Иди сюда, иди сюда, иди сюда.
Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А, свесь. Дай. Ой, ё-мой. Чёрок. Чёрочек. Вау. Вот это криковая. Синикаль первый. Поздно, да? Свинечка. Да, синяя. Еще раз такая, но критаж, видимо, в темноте пойдет. Черкис весь носится, как угорелый. Одну кряковую сбил. Вот надо поискать там фонарик, там где упала. Не сухой. Ты смотри. Уже не вижу. Синикаль налетел, крикаш. Черт побери. Верный был. Ну, плохо видно. О. Наверное, крикаш ночью попрет. В темноте, вернее. Так что, ребят, стемнело, заканчиваем. Знаете, вот 4 штучки я сбил. Вообще в сумерках уже идет. Так что будем заканчивать, вот такая фото бывает, наверное, тоже. Оставайтесь с вами, до новых встреч. Ну что, не видать?